Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня уже вторник, 28 мая. У нас по-прежнему еще даже очень снег по городу. Ну, тут вот во дворе хорошо, уже практически не видно. Там под домом не буду показывать снег, потому что после собак это не самое интересное зрелище. Убрались наконец-то на детской площадке, если так можно ее назвать, конечно. Это вот вообще... Бедные дети. И так здесь на севере заниматься нечем. Детворить заняться. Еще и вот, представляете, вот это вот такая вот детская площадка. Да еще и огорожена вокруг машинами. То есть не мяч спокойно покидать, не это детвори. Ну, в общем. И, в общем-то, так вот УАЗик, да, и вот машинка стоит, закрывает, загораживает детям проход на площадку. Надо было вам поснимать, показать, как у нас. Я, конечно, не против автолюбителей. У нас у самих с мужем машина. Я не против машин, я не против детей. Но вот если бы вы видели эту войну, которая была, когда делали, огораживали по-нормальному эту детскую площадку, там пару вот этих вот калиток упало, бордюрчиков, и ее пришли работники ЖЭКа, пришли по новой ставить, сваркой варить, красить. И тут водители чуть ли не в драку лезли, дрались, что уберите эти калитки, нам негде ставить машину. Ну, как-то несерьезно и неприлично, мне кажется, от мужчин это было слушать, потому что, ну, дети-то гуляют, и детям-то нужно где-то играть. Ну, в общем, это полный трэш. Так вот сделали детям площадку, если учитывать. Вот видите, она по кругу вся в машинах. Машин, к слову сказать, у нас во дворе очень много. Ни деревьев не посадишь детям. Ну, вообще, вот, представляете, вот что-то вроде песочницы, каруселька и качелька. Была так, вот в углу стояла что-то типа горки, лазилки, там всякие турникеты, но ее как-то быстро унесли. Под предлогом якобы не соответствует ГОСТу. Ну, в общем-то, точно такие же горки стоят во всех дворах, а у нас почему-то она не соответствует ГОСТу. Ну, видимо, кому-то она нужнее была. В общем, ладно, не будем о грустном. Слава богу, есть у нас, я показывала так частично, прошу прощения за предыдущий влог, девчонки, хотелось много что поснимать, но маленький ребенок, сильно не будешь ходить с камерой, нужно, во-первых, следить за ребенком, во-вторых, ну, я все-таки пошла с ней гулять, поэтому нужно было гулять с ребенком, а не заниматься ребенком, а не снимать. Обязательно вам по-нормальному еще поснимаю эту площадочку с Ритой вместе, вот. Поэтому получился такой сумбурный влог. Ну и почему-то у меня пару кусков видео просто не вклеились. Я не знаю, почему так вышло. Я несколько раз пыталась все это вместе склеить. Они так и выпадают из видео, и все. Поэтому немножко сумбурно. В общем, что хочу сказать. На улице тепло. Хорошо. Уже даже дождик немножко прошел. Хочу сходить за посылкой. Посылочкам там, ну, если так можно выразиться, посылкой. Пришел мне небольшая такая маленькая посылочка, пришла от Инны Сергеевой. Инночка, привет тебе и огромное спасибо еще раз. Я участвовала у нее в конкурсе, ничего не выиграла, но Инна решила сделать девчонкам приятно, и все, кто не выиграл, она им выслала такой, скажем, мини-утешительный приз за то, что участвовали у нее в конкурсе. В общем, Инна, спасибо тебе огромное. Не каждый на это решится, не каждый так сделает. Очень за это тебе благодарна. Пойду сейчас получу ее, схожу на почту. У меня еще на другом почтовом отделении другая должна быть тоже масенькая посылочка. Не знаю, все жду, когда придет оповещение, чтобы уже сразу прогуляться и туда получить свои посылки. Тем более, что они все там чуть-чуть, там чуть-чуть. В общем, чтобы уже можно было по-нормальному вам показать. Но в любом случае, сейчас пойду прогуляюсь. Я покажу вам, что прислала Инна. Что пришло в другой посылке. Также пришел Фаберлик. Его тоже там на полноценный ролик. Даже если сильно захочется, конечно, не получится. Но я тоже постараюсь, наверное, вставлю в этот влог. Покажу вам. В общем, как-то так. Вот у нас на улице. Немножко вам покажу. У меня там магнит у дома. И вот это вот здание, это у нас магазин, кто не знает, Оптима. Ну, это как у вас, девчонки, подружка. Ой, улыбка радуги. Как магнит косметик. В общем, что-то такое. Вот у нас такой еще есть магазин, Оптима называется. Ну, я думаю, у многих тоже, кстати, в городе есть. Не очень я его люблю, но как парфюм-лидер, кстати.
пасмурно. Мне кажется, будет еще дождь. Время-то еще всего лишь обед. Пасмурно будет дождь, видимо, еще. Хотя, не факт, может и не будет. Но вот эта серость, так уже от нее устала. Плюс, как я уже говорила, у нас нет деревьев. У меня вот под окном одно единственное стоит дерево. И, конечно, печалька. Смотришь, у девчонок уже все зеленое, красивое. В общем, ладно, не буду, уже на 5 минут наболтала. Сейчас многие меня начнут ругать за это. Пишите, кстати, в комментариях, какая у вас погода. Ну, наверняка у многих уже просто лето. Так, давайте покажу, что же мне прислала Инна. Вот такая вот первая масочка с малиной. Слушайте, ну упаковка прям просто, хочется ее съесть. Даже жалко вскрывать, портить упаковочку. Очень красиво, посмотрите, как настоящая, вау. Инночка, спасибо огромное. Вот такая первая масочка. И вторая маска для лица, это лимон. А лимон тоже вот тканевая. Ну, будем переводить. Не знаю, по-русски ничего нет, поэтому ничего вам сейчас не скажу. Вот, может, кто-то по-китайски читает, по-тайски. Вот такая прелесть. Инна, спасибо тебе огромное. Как я уже сказала, я участвовала в конкурсе, как и многие девчонки. Ну, и как и многим, мне никогда не везет, к сожалению, в этих конкурсах. Я уже для себя решила у них уже и не участвовать. Вот. И Инна решила девочек порадовать, тех, кто не выиграл ничего. Им такие, как утешительный приз. Знаете, такие маленькие подарочки, презентики отправить. Инна, спасибо большое. Очень-очень рада. Очень красивые маски. С удовольствием буду пользоваться. Очень приятно. Спасибо тебе большое за конкурс, за общение, за твои ролики, видео все. Ну и за такой милый подарочек. Так, еще раз всем привет. Как и обещала, давайте покажу вам свой крохотный заказ Faberlic. Первое, что было, это вот такой лак от Faberlic. Это у нас лак для ногтей CC9 в 1, умный цвет, в оттенке артикул 7363. Это у нас, по-моему, нежная орхидея, да, взяла. Я не пользуюсь лаками, в принципе, практически мало очень пользовалась. Faberlic, по-моему, даже не брала лаки, вот решила попробовать. Пока с ногтями беда, решила попробовать. Стоили они, по-моему, 119 рублей, да. Решила взять, попробовать. Посмотрим, как будет на ногтях. Что-то у меня в последнее время ногти прям желтизну уходят, поэтому хочу взять такой вот оттенок, чтобы, знаете, и не сильно яркий, так как проблемы с ногтями. Иначе будет видно все недостатки, и в то же время, ну, какой-то цвет. В общем, взяла, будем пробовать. Я помню, девочки, у меня был запрос на обзор лаков, какие у меня есть гели, лаки и так далее, я обязательно сниму. К сожалению, не хотелось снимать именно с такими ногтями, но куда уж дальше ждать. В общем, будем снимать. Так, и взяла, я тут сделала закладочки. У Faberlic была вот такая новая линейка. Это были леггинсы и брюки. Это, я так понимаю, новая была линеечка. Вот твой дом, территория комфорта. То есть пижамки, домашняя одежда. Я взяла леггинсы в таком цвете. И вот эти вот брюки. Вот такие вот широкие, слегка зауженные к низу. Брючины, трикотажные, широкие, манжеты внизу. В общем, со скидкой 1299 рублей они стоили. Так, и 899 леггинсы. Леггинсы взяла также в красном цвете. Я не знаю, я взяла, девчонки, что-то не подумала, взяла просто штаны и леггинсы. Может, нужно было маечки к ним заказать сразу. Ну, не знаю, я вот больше все-таки вот к этой футболке склонялась. Ну, в общем-то, майка тоже вполне симпатичная, можно будет потом дозаказать. В общем, давайте покажу. Начнем с леггинсов. Единственное, к сожалению, да, заказ был по каталогу номер 8. Единственное, вот они,
пришли. Так, я брала L48. Больше, по-моему, там не было по каталогу. Но, в общем-то, я так понимаю, они хорошо тянутся. Принт бордо, и вискоза, и эластан. Других размеров не было почему-то, вот именно на леггинсе. Но, наверное, хорошо, что я и взяла, потому что, вот, допустим, я взяла также брюки, как я уже сказала, в синем цвете. Видите, XL50, свой размер. Тоже хорошо тянутся, они могут быть большеваты. Но, в принципе, они заявлены как широкие. Посмотрим. Буду мерить, я еще ничего не мерила. Я уже говорила, мы заказ сделали на вдвоем с Людой. Она, точнее, делала заказ, и я просила ее мне пару позиций взять. Ну, смысл мне ради одних брюк делать целый заказ. Кстати, малыш, вот, ну, без него ни один обзор не проходит. Как-то он еще не улегся до сих пор на штаны. Не знаю. Сейчас он тоже заценит. Прошу прощения, муж там кричит на заднем фоне. В общем, вот так к низу прошиты. Тоненькие. Действительно такие тонковатые, но, в принципе, на лето, я так понимаю, это как летний вариант было заявлено, и на лето, в общем-то, и неплохо. Такой вот широкий пояс, очень широкий. В принципе, все прошито хорошо. Это L-ка, мне кажется, даже M-ка была бы, в общем-то, неплохо. Ну, померим. Как я уже сказала, я не мерила еще ничего. Померим, посмотрим, как это будет выглядеть. Если интересно, я разложу их вам потом, попозже покажу. К сожалению, пока вот не могу, негде мне как-то показать вам, чтобы это было хорошо в кадре видно. Ну, в общем-то, я думаю, видно вам очень здорово. Прошито неплохо, все отлично. И вот летом, да, в жару, девчонки, это будет здорово. Но опять же, это ж, ну, что это у нас, синтетика, да, наверное? Вискоза и эластан. Ну да, тут натурального мало, наверное. В общем, мне понравились вот эти вот, ой, забыла, как называются. Как это хреново, когда не знаешь, еще и забудешь, да? Забыла. В общем, цветочки эти мне очень нравятся. Взяла. Это, мне кажется, и дома ходить неплохо. Если вот, допустим, как мы ездим в машине в отпуск, и в машине будет легко, хорошо. Они тоненькие, они тянутся. В общем, нравится. Ну и сами брюки, я так понимаю, будут больше. Так, малыш, чтобы не ходил тут, зайчик. Вдруг менять придется все-таки. Поменьше шерсти, не дай бог. В общем, красивый, глубокий, такой с насыщенно синий. На камеру камера, конечно же, немножко выбеливает, но он синий. Прям очень синий такой здоровский цвет. Здесь уже смотрю поясок, видите, уже не такой широкий. Как я уже сказала, это 2XL. Я брала свой, но вот, наверное, надо было тоже брать L. Я почему-то испугалась, думала, уж лучше пусть будет свободно на мне, чем малы. Ну, наверное, зря. Вот так подумала. Хотя посмотрим. К низу, как и заявлено, широкая вот такая вот, господи, как ее называют, резиночка, такой манжет. Все аккуратненько, вроде как это, все прошито, все здорово. Тоненькие тоже, легкие, на лето тоже будет здорово. Вот так вот они выглядят. Что-то я думала, что они с поясом, они без карманов и без пояса. Но вы знаете, как вот Люда говорит, можно, в общем-то, даже если, даже летом, ну, конечно, в центр города не пойдешь таких, а где-то вот, в общем-то, почему бы и не одевать даже на выйти на улицу, если там где-то во дворе, в небольших городках. Очень даже симпатично смотрится, прям не обязательно в доме. Плюс они за счет того, что тоненькие, будут очень-очень даже хорошо, не жарко. Ну, в общем, я бы не сказала, что они прям огромные. Если еще учитывать, что они и должны быть как бы широкими, я думаю, будет здорово. В целом, я довольна. Не знаю, почему мне казалось, что они... Прошу прощения за каталог. Рита читала. Ага, мне просто так все поняла. За счет... Видите, тут футболка такая. Мне почему-то казалось, что будет ремешок. Ну вот видите, они не должны быть немного свободными. Так что
принципе, нормально. В общем, буду мерить, буду думать, если что, оставлю так, как есть. В целом, в общем-то, я довольна. Вот такой был небольшой заказик у меня. Фаберлик. Спасибо всем, кто был со мной, кто смотрел меня. Мой такой коротенький влог. Кто смотрел, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Может, кто-то уже заказывал, тоже брал, потому что я не нашла в девчонок. Может, кто-то VIP уже брали, но я ни одного видео так и не нашла на YouTube. Поэтому, как говорится, заказывала на свой страх и риск. Но, в общем-то, в целом я довольна. Так что пишите, девчонки, может, кто-то уже брал и даже успел поносить такие штаны. Все, всем спасибо за внимание и всем пока-пока.